В рамках проекта «Российское село» одинцовские единороссы проверили реализацию программы по соцгазификации в деревне Большое Сареево. Они осмотрели место проведения работ по дегазификации участка и пообщались с собственницей жилого дома, который участвовал в программе. Процесс выполнялся методом прокола, что позволило уменьшить объем земляных работ. Подключение к газораспределительным сетям выполнено в полном объеме. Теперь собственница жилого дома в деревне Большое Сареево может приступить к следующему этапу – заключению договора на пусконаладочные работы.